Почтить память основателя первого в мире социалистического государства пришли те, кому Ленин дорог, как символ истории и прошлой жизни. Для людей старшего поколения это уже многолетняя весенняя традиция. Это гигантский талант, глыба русского народа, который его мощный ум, интеллект, интеллигентность, он создал и государство на основе Союза рабочих и крестьян, и руководил созданием Красной армии, и от той работой, которая состоялась, было создано государство рабочих и крестьян, и заложены были основы социалистического государства. Я вот родилась в Одесской области, и у нас советская власть уже строилась после войны. Мою маму в возрасте 26 лет пригласили в школу, и она ходила учиться. Это было очень значимое событие. И лампочка Ленина зажглась во всех домах. Это было просвещение, это был значимый шаг вперед. Организаторы мероприятия – общественная организация «Бендер». Активное участие в подготовке митинга оказала Коммунистическая партия Приднестровья и городская администрация. Знать историю свою вообще обязательно, потому что народ, забывший историю, это уже не народ. Это стадо, которым можно управлять как угодно, и кто угодно может управлять. Надо знать, учить его произведения. Ведь не зря «Капитал» Маркса изучается во всем капиталистическом мире. Это настольная книга. Владимир Ленин – фигура мирового масштаба. Именно он в свое время разделил российскую историю на две эпохи. В честь великого политического и общественного деятеля к памятнику возложили яркие весенние цветы – символ того, что память о нем еще жива. Сегодня, в день рождения Ленина, лично я сюда пришел на этот митинг, поскольку Ленин все-таки это историческая личность, это создатель, можно так сказать, великой страны, Советского Союза. Конечно, можно по-разному относиться к фигуре Владимира Ильича. Как революционер, наверное, это великий разрушитель, как вождь мирового пролетариата, это великий созидатель. Но, тем не менее, это наша история, к ней надо относиться уважительно. Даже расходились в приподнятом настроении, ведь для коммунистов это действительно большой праздник, так же, как и 1 мая. В Бендерах его по-прежнему отмечают. Правда, первомайский митинг пройдет у памятника местному революционеру Павлу Ткаченко. Лариса Тарабина, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.